я произвожу съемку знаменитого фонтана Батумского. Он называется «И танцующий, и поющий». Под музыку в сочетании с многообразием цветов вода прямо танцует. Видите, как высоко столб воды вылетает. Еще я хочу показать вам панораму этого фонтана. Он находится в конце Батумской аллеи, этот фонтан. Здесь самые высокие рядом с ним отели. Два отеля. Еще рядом находится здание юстиции. Его называют это здание еще или Эскимо, или Бутылка. Рядом вот такое здание, его называют Таблетка. Это первая линия. На первой линии очень много ресторанов, отелей. А уже за этим фонтаном проходит Батумская аллея и море. На протяжении всего Батуми, Батумский бульвар и везде кругом пляж. Вот такой вот изумительный фонтан. Можно им наслаждаться целую ночь до утра.